По дороге на водозабор, рядом с дачами, в большой природный овраг неизвестные сваливают различный строительный материал и бытовой мусор. Об этом мы рассказывали на прошлой неделе. Как появилась свалка в лесу? Продолжаем разбираться. По одной стороне ямы – внушительная куча строительного и бытового мусора. Шифер, кирпичи, остовы железобетонных конструкций, мешки и даже старая мебель. На другом – в огромную промоину сваливаются деревья, из-под корней которых попросту уходит земля. Мусор свозится в естественный природный овраг. Но вот кем? Из чьего разрешения? Мы обследовали данный участок. Ну вот, свалки строительного мусора налицо. Ну, по предварительной информации, данный участок находится в частной собственности. На каком основании сюда он решил свозить строительный мусор, ну, я не берусь комментировать, поймите правильно. На мой взгляд, по границе с этим участком находятся городские леса. Специалисты говорят, как вариант, возможный собственник участка пытается таким образом укрепить образовавшийся природный ров, дабы талая вода не продолжала методично размывать и обваливать его землю. А недобросовестные дачники, увидев свалку, тащат со своих участков к оврагу различное старье на выброс. Мы закажем выписку из кадастра, выявим, кто собственник данного земельного участка. Ну и уже со всеми вопросами обратимся к собственнику, что это, на основании чего это. По словам специалистов, березовая роща на краю оврага обречена на гибель, так как овраг постоянно расширяется, и это видно по огромным трещинам на земле. Промоина угрожает прилично обвалить не только лес и поле, но и соседствующее с ним СНТ «Родник-2». Но вот законна ли свалка на данной территории как метод борьбы с обрушением? И неужели не очевидно, что такие полумеры, попросту химеры, с талой водой вся помойка безапелляционно уйдет в природную промоину? Информация по инциденту уже направлена и доведена до Министерства природных ресурсов, и на днях к месту свалки прибудут областные специалисты. Корреспонденты ТВК будут следить за развитием ситуации.